потому что еврей, скорее всего. Боялся, папа и мама боялись, но при этом они никогда ничего не говорили против. Ничего против Сталина. Когда папа пришел с войны, ему было очень страшно, ему было плохо, он никогда про это не вспоминал, про войну никогда не любил, никогда ничего не говорил. И когда Сталина не стало, в 53-м году, это была катастрофа. Да, они... Вы помните, да, этот день? Вот помните я этот... помню, я помню, как они плакали. Да ладно, да? И папа, и мама, год, да. Март? Да. Они плакали и ходили на похороны. Я не знаю, почему, как их там не задавили, но это для всех была страшная потеря. Даже не такая, наверное, для многих это была более страшная потеря, чем потеря кого-то из семьи.